Первый вопрос был о внесении изменений в устав города Десногорск. 23 апреля текущего года на сессии Десногорского городского совета было принято решение о внесении изменений в устав муниципального образования. В соответствии с данным изменением были проведены публичные слушания. Рекомендации публичных слушаний были учтены в проекте изменений к уставу, который сегодня рассматривается депутатами. Наше решение в обязательном порядке до вступления его в законную силу и опубликования будет направлено в Управление юстиции Смоленской области, которая, прежде чем его зарегистрировать, проведет всестороннюю правовую экспертизу этого решения. Проект изменений к уставу был одобрен. Доходы бюджета на 2019 год предлагаются к увеличению на более чем 34 миллиона рублей. В связи с этим планируется увеличение фонда дорожного строительства и дорожно-транспортного комплекса. Дополнительное финансирование получат программы развития образования, развития культуры и молодежной политики. Увеличение дорожно-транспортного комплекса на 12 миллионов 146 тысяч средств областного бюджета на ремонт дорог. Увеличение программы обеспечения молодых семей, жильем молодых семей на 1 миллион 421 тысячу рублей. Кроме этого, ожидается увеличение программы комфортной городской среды за счет средств областного бюджета. Проект изменений в бюджет был рассмотрен и принят единогласно. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.